понимаете? Факультет социального образования штам по допуске мне в зачетку. Соцфак даже из таких школяров, как вы, сделает настоящих выпускников деканами в научные руководители. Вы что думаете, с вами здесь нянчиться не будут? Будут. Вы что думаете, родителям звонить не будут? Будут. Объявление видели? Да ты домой к маме захотел. Отставить разговорчики в строю. Думаете, перешли на второй курс? Все об университете знаете? Весь творческий потенциал вузам некуда. Вам на свадьбу. Шаг вперед. Проверка на знания об истории ЧГПУ. А можно мне отвечать закрытыми глазами, мне так собраться легче? Можно. Год основания университета. 1934 как пединститут, 95 как университет. Полное название. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Сколько сейчас факультетов? 13, плюс предохранительное отделение филиал МИАСе. Шпаргалка на веках? Умно. Следующий шаг вперед. Назвать уважительные причины опоздания на всех факультетах. Поехали. Дошфак. Кормил ребенка с ложечки. УНК. Возвращался за сменкой. Иньяс. Отмечал Хэллоуин. Физмат. Сидел под яблоней, ждал озарения. Факультет информатики. Переустанавливал винду. ППИ. А по привычке приехал на старое место. Есть тех. Помогал добраться по ППИшнику. Карпет. Просто заболтался. Спортфак. Ну опоздал и опоздал, что вы начинаете. Филфак. Духовный жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился. Исторический. Просто понимаете, с 7 утра было смутное время, и лжемаршрутка увезла меня туда, где до сих пор крепостное право. Копейск, что ли? Да не дай бог. Факультет психологии. Понимаете, бессознательное... Проходи, садись. И, наконец, уважительные причины для опоздания на факультете социального образования. Оформлял субсидию, перевел бабушку через дорогу, стоял в очереди. Это неуважительное? Так я ж со льготами. Неплохо. А теперь проверка женским полом. Девочки, выходите. Так, а ну прекратили. Итак, ситуация. Мега-чел. Вы первоши. Вам нужно произвести впечатление на девушек в условиях танцпола. Поехали! Все. Проверка на студента ЧГПУ. За одну минуту привести все доказательства, что ты являешься студентом ЧГПУ. Время. Входные двери в университет открывают всегда по-разному, но есть система. Что еще знаешь? В буфете телевизор ловит сигнал алюминиевой вилкой. Еще. Продавец напротив буфета – водолей. ЧГПУ. Если бы не было ЧГПУ, то Ленин бы просто показывал на спину Горького. Похвастайся. Меня показывали по ЧГПУ ТВ. Пожалуйся. Но почему не сделать ДСР в субботу? Выдвини требования. Даешь первокурсникам чайку всех факультетов. Обратись к охранникам. Уважаемые охранники главного корпуса и Иньяза, пожалуйста, сверьте часы. А то у нас бывают очень короткие перемены.
Осталось 30 секунд. Нужен концерт-осмотр первого курса. Что сидишь? Задавай! Просыпаться ранним утром самое страшное – это не видеть ее любимых, открытых глаз. Open Gangnam Style! А теперь самый главный вопрос. Кто же такой студент ЧГПУ? Верхней одежды через охрану не пройдет. До восьми куртку заберет. Не хочешь раздеваться? Иди через ИНЕС. Стипендия больше будущей зарплаты. Работа по специальности? Да ни за что. Узнал, что зарплату повысили, пошел работать по специальности. Поздравляю, вы прошли курс молодого бойца для второкурсников. Ваши впечатления? Самое страшное было для меня. Макс, если серьезно? А если серьезно? Макс! Ну что ж, вот мы прошли первый курс молодого бойца. Сейчас проходим второй. И для меня этот конкурс как творческая сессия. Долго готовишься, быстро выступаешь, полгода вспоминаешь. А для меня этот конкурс как защита творческого диплома. И сейчас бы не помешал бы министрам и в комиссию. Максим, Юля и на...